Евровидение может проводиться не только среди музыкантов, но и среди стилистов. И в этом году стали известны участники из Молдовы, которые представят нашу страну на международном конкурсе Trend Vision 2016. Их имена – Алла Ткачук и Оксана Кучеренко. Алла Ткачук. На данный момент я стилист-парикмахер. Изучала, конечно, помимо профессии, еще имидж-стилистику год. В прошлом, это много говорить, я музыкант вообще по профессии, педагог, голос и фортепиано. Работала еще на телевидении как диктор-корреспондент. И еще был еще и туристический бизнес, путешествия и так далее. Мы к вам еще вернемся. Оксана. Я Оксана Кутеренко. Выучилась я на дизайна интерьера, проработала 2 года. Сейчас я работаю парикмахером-стилистом. А мне интересно, почему каждый такой переход? У вас была раньше другая профессия, другое занятие, хобби, и тут такое... Ну, наверное, те времена. Это мало оплачивалось, держалось очень много на энтузиазме. Это не то телевидение, которое сегодня я вижу, да? То есть какое-то развитие в любом случае есть, есть инвестиции, работать интересно, и это оплачивается в какой-то мере, я надеюсь. Творчество присутствует, но я всегда мечтала стричь. Даже не прически, стричь мечтала. А потом мы как-то так с мужем решили и подумали, что нам надо уехать. Я подумала, ну, наверное, надо делать что-то руками. Я выучилась на парикмахера и бросила дизайн интерьера. Сколько лет вы уже в этой профессии? 7-й год. 6-й. Перейдем к конкурсу. Вот вы живете в своем мире, в Молдове, и тут раз захотелось что-то большего. Почему? Ну, у меня это не первый раз. Это интересно. Это путешествие. То есть это не просто работа. Это уникальная возможность увидеть другие места, встретиться с друзьями, которые фактически всегда есть. Это тренера, технологи компании и тому подобное, с которыми ты встречаешься, у тебя нет возможности встретиться с человеком из Кувейта или еще откуда-то. Да, то есть мы встречаемся на этих тусовках, конкурсах, да. А вы раньше ездили и что-то привозили в Молдову? Медали, победы? Пока что только золото, которое я беру в колористике в национальных конкурсах. Были международные, но не такого формата масштабного. Я ездила в этом же конкурсе в 2014 в Монако. Наша команда приехала тогда, Молдавия приехала с победой, не лично я, но ребята из юниоров привезли 2-е место, это было круто. В этом году вы решили побороться и представить себя, не команду. Да, да, конечно, хотя мы будем с Оксаной представлять Молдавию, мы будем командой, хотим мы того или нет, это будет Молдова. Наверное, первое, почему это произошло, потому что я узнала, что этот конкурс будет в Барселоне. Это моя мечта. Какие вы девушки все предсказуемые. Коварная. Да. Получается, вам оплачивают эту поездку, так как вы рветесь и хотите туда, это все за счет... Это на самом деле уникально. То есть это 3 дня, первый день нам устраивают экскурсии, это очень интересное общение. В прошлый раз я попала еще на свой день рождения. 35 стран мира поют тебе happy birthday. Это запоминается, это вообще уникально. Потом это тренировка, 2-й день это подготовка к конкурсу, это репетиции, это все очень долго, но в любом случае, то есть это время проходит очень быстро. И 3-й день это масштабное мероприятие, подготовленное огромным количеством режиссеров, постановщиков, людей, которые показывают тебе за кулисами, куда идти, что делать, куда двигаться и так далее. Это невероятно, то есть это уровень... огромных концертов, таких как Евровидение, да, так чтобы был пример. Вы почувствовали толчок? Что-то изменилось? Понятно, в вашей жизни это не первый конкурс, не последний. Что-то чувствуется? Перемены? Ну, в Молдавии я не могу сказать, что участие в таких вот масштабных проектах чувствуется очень сильно. Мы страна, где нет таких возможностей огромных, если сравнивать нас с Америкой, да. То есть там победителя в любом таком вот уровне конкурса разобрали бы просто. То есть он был бы в гастролях. Этих возможностей в Молдавии нет. Но это в любом случае другой уровень. Во-первых, для себя. То есть ты это толчок для тебя. Это не рутина, ты двигаешься, ты чему-то учишься. Это ступень наверх. Большой перемены нет, но отношение
наверное, моих клиентов, моих родных ко мне, я смотрю, что существенно изменилось очень. Многие стали мне говорить, что так в жизни они не гордились за меня никогда. Это мой брат первый мне позвонил, говорит, я так не гордился. Мне было очень приятно, потому что мы редко общаемся, и как бы его вот такое вот отношение для меня было, ну, удивительно, наверное. А что вы представили в национальном отборе и что представите в Барселоне? Правило конкурса обязывает нас делать то же самое каждые 3 раза. То есть сначала мы проходим фотоотбор, мы даем работу на фотографиях, потом мы показываем эту же работу, эти же цвета, мы показываем на национальном конкурсе. В Барселоне мы делаем то же самое. Что вы представили и представите, понятное дело? Ваша работа, она у о чем? У меня колористика, да. Ну, вдохновилась я временами грейнового шика. Звучит интересно уже. Это прорыв Kate Moss, да, то есть это было что-то новое, это было что-то... Я сравнила наши времена, времена селфи, времена взгляд в себя и помешанность на себе. Вот нечто подобное я пыталась показать в своей работе. То есть что-то новое, непривычное от того, к чему привыкли поколение наших родителей, да, то есть вот этот вот мир айфона, то есть то, что делает сегодня молодежь, немножко взгляд в себя, помешанность небольшая на себе, скажем так, или большая. Я участвовала в Creative Vision, то есть там оценивался образ в целом, это и одежда, и макияж, и стрижка, и колористика. Ну, мне хотелось как бы показать такой образ, чтобы он и был носибельным в жизни, но и в то же время необычным, чтобы на него обратили внимание. В принципе, этот образ мне помогали создавать, то есть я не одна его создавала. У меня был куратор был из Одессы. Я выбрала куратора, ну, наверное... Подороже. Нет, не подороже. Мне просто очень хотелось, чтобы это был человек не из Молдавии, чтобы мы вместе как бы посмотрели по-другому на этот образ, да. Ну, я считаю, что у нас получилось, потому что у нас была на самом деле стильная девочка, стильная модель, стильная сама по себе. И как бы образ тоже уже. А зритель смотрит и не понимает, почему 2 победителя? Две номинации. Да. Колористика и креативное видение. Это 2 разные номинации. Колористика – это техника больше. Цвет. То есть там, да, цвет. А здесь образ в целом. Такой интересный вопрос. А кто из вас лучше? Мы обе лучшие. Все-таки у вас разные салоны, вы не работаете в одном. Можно сказать, конкуренты... Нет, мы не конкуренты. Каждый в своем делает хорошо то, что... Если вы посмотрите мою страничку в Фейсбуке, там везде цветные волосы. Это моя страсть. Представим ситуацию. Вы побеждаете. Как жить и что делать в Молдове? А двигаться вперед. Пытаться что-то делать в своей стране. Почему нет? Хочу никуда ехать, если об этом вопрос. Никогда, даже если будет интересное предложение... Никогда нельзя говорить никогда. Но, по крайней мере, до сих пор я не ставила никогда себе цель уехать. Почему не делать что-то? А я уехала. Оксана, оставайся. Нет, а я сразу подумала, почему я стала парикмахером. Потому что я хотела уехать. Но благодаря тому, что я все-таки стала парикмахером, и у меня стало получаться, я осталась. И сейчас, когда меня спрашивают, а вы не хотите переехать в другую страну? Я говорю, нет, у меня все здесь есть, мне тут нравится. Trend Vision 2016 пройдет 6 ноября в Барселоне. И стоит отметить, что Молдова почти всегда в фаворитах конкурса. Пожелаем Али и Оксане получить как можно больше удовольствия и принести Молдове победу.